в состав этого образа, что я понимаю под «я», когда говорю и переживаю, я живу, я умру, я есть, меня не будет, меня не будет. Я для себя, и я для другого, другой для меня. Что во мне дано мне непосредственно, и что только через другого. Вне находимости. Я вижу себя вне себя. Как дана моя внешность для меня самого? Как я представляю себя самого, когда думаю о себе? Я ставлю себя на сцену, но не перестаю ощущать себя самого в себе. Невозможность ощущения себя целиком вне себя, всецело во внешнем мире, а не на касательно к этому внешнему миру. Я не знаю того сплошь внешнего и всецело во внешнем мире, находящегося моего тела, которое станет трупом. Оно может быть предметом мысли, но не живого опыта. Я в той точке касательной, которая никогда не может оказаться целиком в мире, стать бытием, действительностью в нем, а следовательно и уничтожиться в нем. Я не могу весь войти в мир, а потому не могу и весь выйти, уйти из него. Только мысль локализует меня целиком в бытии, но живой опыт не верит ей. Как разрешается этот конфликт между мыслью живым опытом, между миром мысли, в котором я внутри, и миром вне меня, на касательной, которого я нахожусь. Здесь есть конфликт, но нет противоречия. Мысль о мире и мысль в мире. Мысль, стремящаяся объять мир, и мысль, ощущающая себя в мире, как часть его. События в мире и причастность к нему. Мир как событие, а не как бытие в его готовности. Стоя на касательной к миру, я вижу себя целиком находящимся в мире, таким, каким я являюсь только для других. Что во мне может быть осмысленно и оценено только для других? Мое тело, мое лицо, направленность на свое целое, сход для себя, героизация, быть в своем образе для других. Уйти в него с касательным. Мир весь передо мной, и хотя он есть позади меня, я всегда отодвигаю себя на его край, на касательную к нему. Мир весь передо мной, и другой целиком в нем. Воплотиться, стать определеннее, стать меньше, ограниченнее, глупее. Не оставаться на касательном. Ворваться в круг жизни, стать одним из других. Построение своего образа в другом для других. При этом построении мы переходим вовнутрь мира, но сохраняем связь с касательной. Специфика сочетания точки зрения извне и изнутри. Точка соприкосновения сознания. Важность этой проблемы для самых существенных вопросов. Мир населен созданными образами других людей. Это мир других, и в этот мир пришел я. Среди них есть и образы я, образы других людей. Позиция сознания при создании образа другого и образа себя самого сейчас это узловая проблема. Человек в зеркало. Сложность этого кажущейся простоте. Простая формула. Я гляжу на себя глазами другого, оцениваю себя с точки зрения другого. Но за этой простотой необходимо вскрыть необычайную сложность взаимоотношений и участников этого события. Их окажется много. Внешний образ мысли, чувства, внешний образ души. Я смотрю своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами. Я одержим другими. У меня нет точки зрения на себя извне. У меня нет подхода к своему собственному внутреннему образу.
человек смотрит в зеркало, он не видит себя таким, каков он есть на самом деле. Инстинктивно представляет таким себя, каким его видят другие, их глазами. Лучше, хуже, по-разному. Инстинктивно он себя делает. И вдруг случайно замечает лицо чьё-то смутно знакомое в мимо мелькнувшем зеркале. Оглянитесь, чужой человек с незнакомым выражением лица, но это и есть он, человек у зеркала. Не я во мне, бытие во мне, нечто большее меня во мне. В какой мере возможно объединение я и другого в одном нейтральном образе человека? Мне не даны мои временные и мои пространственные границы, но другой дан весь. Я вхожу в пространственный мир, другой всегда в нем находится. Различие пространства и времени, я и другого, мысли создают единый общий мир человека безотносительно к я и другому. В примитивном естественном самоощущении я и другой скрыты. Здесь еще нет ни эгоизма, ни альтруизма. Я прячется в другом и других, хочет быть только другим для других, войти до конца, найти их и другого, сбросить с себя время единственного в мире я, я для себя. Частно мне находим, объемлющий меня извне и изнутри другости моей собственной и других людей. Я гляжу на себя глазами другого, оцениваю себя с точки зрения другого. План нашего я и другого преодолевается посредством любви и милосердия. Любовь знает не я и не другого, а ты. Другой же – это он. Любовь как подчинение своего «я» высшей реальности. Она в глубине моего «я» и более «я», чем я сам. Я немыслимо остыл без другого, как возможность диалога, возможность услышать и быть услышанным. На диалоге лежит печать не одной, а нескольких индивидуальностей. Я всегда это инстинктивно чувствовал. Никогда в цвете издания сочинений, смешно сказать, слава, никогда не занимали. Я ни одну секунду не считал свои труды завершенными. Мне все время хотелось что-нибудь сменять, дополнять, приносить что-нибудь из современности. То, что сию секунду, то, что сейчас. Вот. Я все время боялся пропустить зарождение интересной мысли. Забавно, но работая под чужой фамилией, будучи задавленным чуждым мне правящим марксизмом, конечно, приспосабливая концепцию, укладывая ее, потому что вам можно. Собственно, в чужой роли я свободно работаю. Я и как бы не я. Своё сознание.
лаборатории. Я все время читал и отсутствовал здесь. Главное, хотел отсутствовать, жаждал. Вот это хотя бы историю в Саратове. Как не то, глухая провинция, зависимость друг от друга. Сплев, склон, удалось преодолевать их друг от друга. По мне не представлялись на более чем героя Достоевского. Все про них знали. Вот замешанные на крови. Крови революции. Вот повязанные на крови. Если бы не смерть.